Ну что ж, ребят, здорово всем, и давайте посмотрим на коллекционку, или точнее лимитированное издание Якудза 6. Я не собирался брать английскую версию, но когда увидел эту лимитку, я сказал, что я должен ее взять себе для коллекции. Так что берем. Точнее, уже взяли. И давайте откроем. Посмотрим на нее. Сейчас подниму камеру. Опа, вот она. Большая коробочка, которая имеет два прекрасных стаканчика. Собственно, из-за них я и хотел ее взять. Особенно учитывая цену. Вообще. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там внутри. Итак, еще, понятно, вот тут открывается. Так, ну, все уже, кому интересно, знают, что я игру уже давно прошел, еще на японском релизе, когда она выходила. Даже стримил начало игры, прохождение на ютубе до сих пор лежит, первых трех глав. Если вам интересно, можете ознакомиться. Шестую часть полностью вряд ли буду стримить. Сейчас я займусь другим, но поживем увидим. Итак, это окей. Это не самое важное. Так, вот она. Вот так. Ну что ж, давайте откроем ее. Опа. И сразу тут у нас диск с игрой, который лично мне не нужен. Можно отдать друзьям или сбагрить. Опа. О, ничего себе. Интересно, она открывается. Итак, это, собственно, подставки для стаканчиков. А вот и сами стаканчики. Так. Тут у нас две охлаждающие кубики. Так, сейчас посмотрим. Да, вот они. Два. Не особо понятно, как они работают. Вот, но как-то они работают. Опа. Видно у вас? Нормально. Ох, блин. А вот второй что-то. Так, окей. Да, что-то второй как-то не так легко выходил.
Включим свет, чтобы было видно. И, собственно, вот они с гравировками. Да. Ну все, теперь осталось что-нибудь в них налить и выпить уже вне этой записи, само собой. Вот такая вот лимитированное издание у нас получилось. Собственно, подставки. Уже потом вытащу их из пакетов, ставится сюда. Кубики внутри, и что-нибудь заливается. И вперед. Вот такая вот лимитка, которая на самом деле, я был удивлен ценой. Потому что разница между игрой отдельной и вот этой лимиткой очень маленькая. Так что да. Ну что ж, на этом все. Увидимся на стримах и других роликах. Пока.